Дорогие братья и сестры, уважаемые подписчики каналов православии, примерно в июне месяце этого года мы обращались к вам за помощью в обследовании и лечении нашего ребенка, младенца Екатерины, у которой на данный момент наблюдается задержка психоречевого развития, причины которой врачи нам на данный момент сказать не могут. Благодаря вашей поддержке у нас появилась возможность посетить крупные центры нашей Родины, которые как раз-таки занимаются обследованием и лечением таких детей. Я сердечно благодарю каждого. Я благодарен нашему правящему архиерею, епископу Роману, за то, что он молится за нас, за то, что он дал благословение обратиться к вам, не препятствовал этому. Я благодарен отцам, я благодарен всем православным христианам, которые молятся за нашу семью и за нашего младенца, болящего младенца Екатерину. Я отдельно хочу поблагодарить Андрея Андреевича Вознесенского, который дал возможность рассказать вам о нашей беде. Я благодарен каждому, кто откликнулся и не остался в стороне. Поддержал словом, поддержал делом, откликнулись врачи, откликнулись и педиатры, откликнулись логопеды, люди опытные и знакомые с такой проблемой. Я пока стою у престола, пока Господь благословляет меня, мое дело служение священническое, я буду молиться за всех вас. Я сохраню имена, которые вы присылали все это время, и буду молиться до конца своих дней. Я всех вас зову к себе на страницу ВКонтакте. Будем общаться, будем дружить. Храни вас Господь, будьте здоровы.